Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето, бла-бла, фьютинг, Анна. Добро пожаловать на мой сегодняшний кето-обед. Я практикую кето-питание, на днях будет 4 года. И у меня, соответственно, уже давно не строгое кето, а лайтовое. Поэтому, если вы интересуетесь, что такое кетоз, как туда войти и что для этого нужно, лучше заглянуть на моем канале в плейлисты и посмотреть видео с плейлиста «Строгая кето, избранная для новичков». И в том числе есть еще для новичков на канале отдельный плейлист, тоже, так сказать, ну, в общем-то, они где-то во многом пересекаются. Ну, а что у меня сегодня на мои 900 килокалорий за один прием пищи получилось? Ну, сегодня вот такой странненький салат. На днях, как говорится, солили капустку квашеную, делали и срубали туда всю без остатка, не оставили даже ни одного вилочка. И в итоге сегодня у меня бескапустный салат, и получился здесь один дайкон и зелень. Зелень не считана, дайкон 150 грамм. Это одна порция вот на сейчасшний прием. И заправлена 10 граммами 1 столовой ложкой рыжикового масла, которое, конечно же, ни в коем случае не запрещено, и уж тем более у кетозников. Ну и еще у меня сегодня основное блюдо – это тушеная картошечка. Ну, конечно же, это не картошка, конечно же, это зирвак, который я сегодня готовила, плов, так сказать, всем остальным неосознанным товарищам, которые едят, что попало, именно углеводы, в том числе в виде плова. В данном случае я отсыпала себе его мясо-жировую часть от плова и приготовила себе эту штуку, зирвак уже такой полуприготовленный, уже с кусочками здесь имитирующим картоху. Это, конечно, сельдерей, который мне просто вообще вот по душе зашел. И в итоге здесь 150 грамм этого готового зирвака и 150 грамм этого самого сельдерея. Все это вместе перемешала и в мультиварочку, ой, нет, вру, в микроволновочку, наверное, минут на 10, на чуть-чуть, правда, еще чуть-чуть воды добавила для того, чтобы это все сельдерей в том числе потушился. Вкуснятина, очень вкусно, попробовала. Ну и, конечно же, очень вкусно это для тех, кому сельдерей вообще вкусен, нравится. Мне, во всяком случае, однозначно это так. Десертный у меня сегодня это грецкие орехи. 30 грамм грецких орехов и 30 грамм сливочного масла. Ем я это все дело в прикусочку. Сливочное масло с орехами – это вообще песня. Ну, еще тут будут витаминки, омега-3, калий и цинковая одна таблеточка, остальное калий. Вот такой сегодня обед у меня получился. На этой неделе у меня выйдут видео такого блаблательного характера. Обедов, скорее всего, будет вряд ли. Что-то такое текущее, какие-то события, моменты, может быть, нюансы, они будут, как всегда, у меня на телеграм-канале, на котором ссылки, на который есть ссылки в описании под видео и на канале на этом, и везде-везде, короче, если что, и в описаниях и так далее. Вот, заходите туда, там все ближе к телу происходит и более, скажем так, динамичнее, скажем так. Вот, и еще у меня есть второй Мистик Магический канал, на котором на этой неделе тоже выйдут два видео и продолжение, короче, вот. На следующей неделе все будет в обычном режиме, в плане именно ежедневных отчетов о том, что я ем на своем кето-питании. Ну, в общем, кето рулит, магия вечна. Всем привет, пока-пока, до встречи на моих каналах.